Всех приветствую, дорогие зрители. Нашел трехкомнатную квартиру 2 плюс 1 в районе Махмутлар. С хорошей территорией, с хорошей инфраструктурой. И сегодня пришли мои друзья. Они хотят посмотреть на эту квартиру. И хочу услышать их мнение насчет того проекта и той квартиры, которую я нашел. Переверну. Андрей, приветствую. Приветствую. У нас зрители, да. Еще один кадр. Голос за кадром. Да. У нас есть еще один голос за кадром, который будет критиковать наше, так сказать, воззрение, наше мнение на то, что мы увидим. И мы хотели бы как раз вот показать не просто с точки зрения чисто формального показа, как обычно все риэлторы делают, а высказать свое мнение. Мы ее тоже не видели. Может быть, она нам понравится, может, не понравится. Хотим подчеркнуть те плюсы и те минусы, которые мы увидим. Голос за кадром, можно вас услышать? А если голос захочет похвалить квартиру, это будет ему позволительно сделать? Конечно. Похвали, но я буду критиковать. Конечно. А ты что будешь делать? А я буду смотреть, и а потом в зависимости от того, что в конце меня с балкона выкинете? Нет. Хорошо, повесим. Идемте дальше. Идемте, вот это вход. Дорогая, начинай. Со спины. Хорошо, говори. Вот, входим. Это вход, беседка, вот новое, кажется, дерево меняют, чтобы поставить. Беседка хорошая. Фасад здания, состоит она из двух блоков. В этом блоке была квартира, ушла, осталась в том блоке. На 10 этаже. А как быстро ушла квартира? Ну, мы 2 часа назад хотели отснять, не смогли. Да. Квартиру продали одну из них. Да, мы пока ключ подождали. Туда к бассейну? Да, территорию покажем. Территория очень хорошая. Тут на деревьях что есть? Шелковица. Шелковица, которую мы съели. Или тутовник. Или тутовник, да, здесь еще не осталось. Здесь, да, она зеленая. Ага. Голос за кадром. Вы тоже попробовали? Ну, не могу эту территорию ругать, она очень хорошая. Хорошая. Но очень хорошая. Мушмулу попробовала? Как будто, я не люблю мушмулу. Как будто в парке находишься. Я попробовала, вкусно. Здесь тени окна, очень приятно. Да, вот туда, вот это, шелковица, да? Это шелковица. Да, это шелковица, да, большой, да. Да. Если взять зона шелковь, пикника. Да, да. Очень удобно. Шашлык, место хорошее? Отлично. Да. Никакой критики, все прекрасно. Как можно это критиковать? Отлично. Все. Это хорошо. Андрей, а уж бассейн... ты тоже не критикуешь? Нет, все нормально. Я одобряю тоже. Хорошо. Место очень красивое. Айдат здесь 180 лир на данный момент. Лир? Да, очень да. Маленький. Там крытый бассейн. Идемте, идемте. Да, идемте. Крытый бассейн, кстати. Да. Вот огромный открытый бассейн. Здесь глубина, наверное, больше 2 метров. Где-то 180 сантиметров. Вот здесь глубоко. Я думаю, они уровень сделали. Не надо. Потом что-то станет. Да, держи за руку. А, там это самое, не до конца. Хорошо. И причем он туда она идет? Большая вот такая, туда, как змейка. Покажи, что из двух частей, за мостиком есть. Да, еще. Да, мы туда же пройдемся по-любому. Есть еще одна часть. Мы туда пройдемтесь, ромашки. Можете сорвать, сделать чай, все полезно, все как надо есть тут. Срывать не будем. Срывать не будем. Крытый бассейн. Они еще не слили воду. Да. А, наверное, не сливают. Нет, не сливают. Там душевая кабинка. А, тут сауна еще. Ну, маленькая. Ну, уютная. Сауна не критикуете? Нет, сауна как раз на 3 жильцов. Один сюда, а один может лечь. Да. То есть можно, как говорится, попариться и сразу в бассейн. В этом плане, конечно, очень классно. И здесь душевая кабинка. Да. Смыть свои грехи. Ага. Здесь, видимо, бармен сидит и угощает бесплатными напитками. Зонтики, шезлонги, все есть. Туда они выводят туда. Ну да, там. К бассейну. Интернациональный проект, здесь живут и с Европы, и с Антарктиды, и с Норвегии, ну, и да. С Гренландии, да, тоже, да? Ну есть? Да, рассчитан, я так понимаю, в основном для иностранцев. Да. Там у нас детская игровая площадка, я туда ходить не буду, потому что придется покататься на качелях. Там прекрасный газон, зелень. Теннисный корт. Да, теннисный корт, кстати, и бадминтон можно играть. Там загорают 2 дамы, я там не буду снимать. Ой, наоборот, снимем. Не-не-не, смотри. Потом тапочку ударят меня. Никого там не ударят. Ты чё, не-не, сидят, во-во. Европейки, кажется. Вот,
Мостик такой, проход. Проекту где-то 13-14 лет. Отсюда проходи мостик. С двух сторон. Здесь джакузи бульбулькает. Так, здесь зона барбекю второе. Не открывай. Вода пойдет. У нас два входа, один отсюда, но он закрыт. Так. Здесь у нас фитнес. Ага. Идемте в эту сторону. Так. Люди. Тут у нас фитнес. Вот фитнес. Они ушли. Так, фитнес. Беговая дорожка. Есть тут еще одна сауна. Джакузи. Смотри, Андрей, джакузи. Фитнес. Еще одна сауна. Очень богатое оснащение. Да, инфраструктура хорошая. Здесь ремонт. Вот. Еще одна сауна. Если та сауна поменьше, то такая, что зимняя, это летняя. Совсем большая. Да. Две сауны. 6 на 7. Да. Вообще классное оснащение, просто восторг. Все, здесь ремонтируют. Вот что-то. Это проблема во всей Алании. Это во всех зданиях там выходит. Это. Да. Тренажеры хорошие. Теперь идемте как. Отсюда входа нет, надо выйти. Давай, давай. Мы поднимемся, оценим, потом ты продолжай спорт. Тут беседка, но что-то деревяшки. Так, наверное, сняли. Те деревяшки, нет, которые, да, да, в той беседке. Обновляют. Они... Дверь закрываем. Да, они обновляют эти деревушки. Даже желтая роза есть у нас. Тут пандус. Также вход с этой стороны. Там улица Ататюрка. Расстояние именно от этого места до воды, до моря 520-530 метров максимум. Со всеми поворотами, заворотами, отворотами. Так. Ти-ти-ти-ти. В этот бок? Да. Ходим. Тут у нас два лифта. Один в этой стороне и один в этой стороне. Ну, комплекс очень хороший. Я просто вообще... Очень хороший. Хорошо. Здесь, кажется, было панорамный лифт. Или тот, или этот, не помню. Это... Там стекло было с той стороны. Сейчас придет лифт, увидим. Вот такой лифт. Мы сидим 4 человека. На этаже у нас раз. Это второй лифт. Два, три. Три квартиры. Андрей уже вошли в квартиру. Все, минусы, плюсы нашли? Нашел. Заходим. Покажу минусы. Ага. Минус первый, то, что выходит в каждом на этот самый. На дорогу. Так. Будет несколько шумновато, если, скажем, открытая точка. Но к плюсу могу отнести большой балкон. Если застеклить, то, соответственно, звук будет совершенно другой. Сторона здесь. Запад-север. Север. Сейчас мы стоим с северной стороны, да, да. Задняя сторона блока. Ну, это самое. Крепость Алания видна, вот. И горы видны. Подожди, ну тут же солнце садится, это не север. Там север, это северо-запад. Северо-запад, север, вот он. Вот, вот. Север, север, это северо-запад. Да, что? Я знаю, что я говорил. А ты посмотри эти хорошие пакеты. Да, это видишь, я закрыла и ничего не слышно. Да. Видите, написано север, где я могу показать. Смотри. Север, видишь, Сэ? Угу. С
Северо-восток уже пошел. А это кухня или кухня? А это северо-запад, если вот так идти. Вот так северо-запад. Так, это север. Так, это север-восток. А там уже восток, где вот Андрей стоит, та сторона восточная. Все понятно. Значит, у нас квартира не... Трехсторонняя даже. Не та совсем сторона совсем западная. Не совсем юг. Мебель хорошая, кстати. Столешница тоже мрамор. Каменная столешница. Гранит, что ли, на мрамор. Да. А тут, по-моему, не жили, да? Нет, не жили. Ну, в этом плане здесь действительно плюс. То есть, покупка, это будет первый жилец. Да. То есть, это... Никто не жил. Кондиционер старый, Мидея. Это после застройщика осталось. Кто-то купил, инвестировал тогда давно, сейчас продает. 100 лет назад. Отсюда вид на горы и на вид на этот комплекс Екта Кингдом. Вот там еще несколько блоков. Она из 1500 квартир стоит. Я этот проект не снимаю. Потому что огромный, там перепутать можно дорогу. Да? Очень большой. Так вот, там вид на горы. И бассейн будет здесь в будущем красивый, вид на бассейн. Извиняюсь, голос за кадром появился на кадре. Она появилась на кадре. Не могу убирать. Все, попали. Попали. Спальня отменяй. Чистыми, скажем, сколько здесь. Не от стены до стены. Раз, отметил. Полукруг я не считаю. Без полукруга 11 квадратных метров. 12. Ну, почти 12, да. Полукруг посчитать, 12 квадратных метров. Западная сторона. Угу. Проверяй стройматериалы, качественные, некачественные. Здесь санузел. Да. Санузел большой, маленький? Нормальный? Что думаешь? Его нельзя назвать большим, но и маленьким назовешь. Наверное, все-таки он достаточен для... Сейчас отмерим. От стены до стены. Чего, 6 квадратных метров не может это быть? Это большой. Нет, 6 нет, но около 5. Отражает, что ли? Может быть. Что показывает? А, 3. 3 квадратных метра. Очень странно. Не может этого быть. Не может, да. Там порой там стекло отражение. Не может, это стекло. От стекла отражение лазер не может это сделать. 3 точно мало. Нет, больше. Около 3,5-4. Да, здесь стеклянные, извиняюсь, не могу отметить. А короче, вот ошибка выдает. Короче, здесь спальня хозяйская. Посмотрим. 15, так, 4200. Не, здесь 14 как есть. Да, 13600. Ну, 14 метров. Ага. А потолок? Высота потолка. 276. Ну, почти 280. Хороший потолок. Так. Здесь у нас второй санузел. Тоже с душевой кабинкой. Да. А душевая кабинка так. Ну, вместится, да. Нет, нормально. Нормально, нормально, можно купаться. Да. Квартира как? Квартира. Еще? Балкон. Могу, да. Мы вышли на тот балкон или нет еще? Вот, не, вот, на тот балкон. Там как раз. Это у нас второй балкон. Балкон чисто турецкий вид. Ну да, вид на бочке, вид на бабушку там, на крыше. Что она хочет сделать? Ну вот она... Прыгнуть хочет? Ложка дегтя, нет. Она обозревает. Не, она этот, камера наблюдения этого здания. Наблюдает за всеми.
журналистское здание. Да так. Не-не! Ай, не-не! Она не слышит, там шум. Ну пойдем выскажем. Хотел поздороваться с ней. И немножко кусочек вид на море есть. Это не вид. Тот балкон остался. Давайте там балкон тут сниму. Шум. Шум от дороги маленький есть, но по вечерам его не будет, потому что здесь мало машин проезжает поздно вечером, когда вы будете спать. Этот огромный балкон, который что можно сделать? Застеклить будет веранда. Хорошая. Вот. Здесь вода есть, то есть есть, да, чем можно помыть ее, да. Так вот. Все. Пойдем, выскажем мнение. Ага. Скажем цену квартиры и попрощаемся. Я сейчас камеру поворачиваю. Куда? Андрей. Иди, иди. Иди. Иду? Иду. Нет, ты туда, ты к Андрею. Все. Цена квартиры 117 500 евро. Да. А стоит что? Этих денег или не стоит? Вопрос интересный. А площадь при этом какая? Площадь чистая. От стены до стены. Ну, короче, полезная площадь. 90 квадратов. Ну, мы считаем 100 квадратов. Ну, что, но я 90 с поворотами. Ну, ага, все равно окривление. Окривление полностью есть. 100 чистое, да, говоришь? Ну, я думал, 92, 90, думаю, я сам. 98. Значит, хотел высказать, значит, что мне очень понравилось. Потрясающая инфраструктура и территория. Для семьи с малыми детьми или тех, кто привык очень к оседлому образу жизни, это вообще идеально. До моря метров, наверное, 300-350. 510, 520 максимум. Ну, не меньше разве? Поворот. А, ну там за счет поворотов. Да. Воздуха, понятно. Да. По прямой, наверное, да. Насчет детей. Если дети школьного возраста, пешей доступности школа, школы. Да, школа, очень близко. Три школы. Одна очень здесь, одна там. Да. То есть, одна. Магазинов на каждом шагу. Спускаешься, да. Здесь хорошие магазины, которые мы там несколько раз посещали. До башни часов, здесь расстояние 350 метров. Да. Ну, это самый центр, самый центр. Где люди сидят, да. Это мэрия. Плюсом еще, я что отнес, высокий потолок, 2,80. То есть это достаточно хорошо, дышится и воспринимается очень позитивно. Плюсом еще бы я отнес новая квартира, где никто не жил. Плюсом бы я отнес еще то, что стоит фактически очень новая, неиспользуемая фурнитура и остекление. Про минусы мог бы что сказать. Требуется замена кондиционера, потому что старая. Вид. К минусам бы я отнес, да. Но опять же, это все зависит от того, кто где жил. Мы из большого города, мегаполиса по большому счету. Этот шум для нас привычен. Если он никого угнетать не будет, то квартира, в принципе, очень достойная. Ну так смотря, улица отсюда открытая, да, вид на горы, да, да. То есть, на облака, да, вид на небо. Да. И плюс какой, что ближайшие, как говорится, дома стоят достаточно далеко. То есть тут не закрывать перспектив, потому что есть хорошие квартиры, у которых окошко выходит на соседнее окно. Здесь этого нет. Но, опять же говорю, есть некий элемент шума, который, с моей точки зрения, все-таки портит, как говорится, почку меда вот этой ложкой дерта. Все. Ну, в общем, это самое. Ну, соседние окна есть в части кухни, вот в этой части, где можно столик поставить. Да, сейчас. Вот такие окна. А вот туда? Ну, это кухня, ты здесь не живешь. Здесь шум, да. Ты когда спишь? Живешь. В основном мы живем на кухне. Ну, в основном, да. Но вот это минус, конечно, есть. Что да, такое? 18 минут ролик. Ну, все. Ты половину структуру. Да, да, половину. Вот 10 минут. Да. Потом, что еще восхищение, конечно, бассейн. Если все эти зигзаги посчитать, там на метров 40, если не 50. Плюс большой. Две сауны. Зимний бассейн, который можно использовать даже круглогодично, по большому счету. Он до сих пор с водой. И тренажерный зал. Тренажерный зал. Огромное количество разных тренажеров. Фруктовые деревья. Бесплатно можно срывать. Да, растут апельсины. Значит, вот как там, раз. Тутовник там, мушмула. Мушмула растет, да, в этом плане. И территория, конечно, просто восхищение вызывает. То есть для того, чтобы, конечно, полностью впечатление составить, лучше посмотреть своими глазами. Да. Позвоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Приходите в Махмутлар, и я вам его покажу. Я сейчас вам все покажу. Цена 117 500.
500 евро, еще раз сказал. Ставим лайки, комментируем, пишем свое мнение. Ну, а если захотите заплатить больше, а газ его жать не будет. Не, буду жать. Будешь продолжать. Да. Все, дорогие зрители, всем желаю благ, благополучий, радости. Приехать в Алланию и встретиться с Агасией. Да. Всем пока-пока. Всего хорошего. Пока-пока. Скажите туда голос. Голос заказываем. До свидания. Пока-пока.